Тем временем в Российском центре по примирению враждующих сторон вновь призвали командиров боевиков отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь урегулирования конфликта. Обстрелы населенных пунктов и позиций сирийских войск со стороны террористов продолжаются в провинции Идлиб. Но в первую очередь вызывает опасения информация о готовящейся там провокации с использованием химического оружия. По данным наших военных, экстремисты уже доставили 8 емкостей с хлором, которым собираются начинить ракеты для систем залпового огня. Также переброшена специально обученная группа, которая готова имитировать последствия химатаки и снять все это на видео, чтобы потом обвинить Дамаск. За подготовкой провокации, по информации МИД Сирии, стоит пресловутая организация «Белые каски». Снятые ролики Запад собирается использовать как повод для ракетного удара по Арабской республике.